Земляк, это что за место? Умиляем твоя, да? Чего ржешь? Белого человека не видел? Ничего не помню. Кто я? Как тут оказался? В какой стране? В Таиланде. Как вас зовут? Не знаю. У вас есть выбор. Или отсидеть в тюрьме, или отработать у меня в отеле. Выбирайте. Надо пораньше на рынок сходить. Купите рыбы, креветок для девчонок. Для девчонок? Мы что-то так оживились. Может, вы за этим сюда приехали? А где здесь хороший массаж делают, вы знаете? Да, конечно, знаю. Я делаю хороший массаж. Кто вы? Да. Всех девочек перещупали или еще осталось? Я и ты вместе будем рыбу ловить. Ну-ка, налая. Мои туристы? 20%. 50? О, Ферюга, а. Бунча, конь. Мало того, что устроил за моей спиной теневой бизнес, массажи, рыбалки, еще и выпендривается. Поймаю, порву! Сыграйте свои манатки и валите отсюда на те четыре стороны. Не кричи, не ори! Не бойся! Сам боюсь. Давайте выбирайте себе имя. Может, Вахтанг? Ни в коем случае. Аристарх, Пантелеймон, Акакий. Вы что, издеваетесь надо мной? Да.